После получения первых визуализаций квартиры, ее владельцы, муж и жена 27 и 26 лет, захотели разнообразить цветовую палитру. Для этого наши дизайнеры ввели солнечный оттенок желтого. Украинская световая компания Pride создали потолочный светильник 98-34-3, чье основное достоинство находится в возможностях его установки в самых сложных местах. В квартире общей площадью 71,1 квадратных метра мы организовали пространство для всех необходимых владельцам зон, включая столовую и лаунж. За эффектное освещение столовой отвечает фабрика Анзаза, создавшая конусообразный светильник Контур. Для лаунж-зоны мы предложили настенную панель, идентичную той, что украсила столовую, а цвет дивана аналогичен цвету фасадов кухни. Ваше внимание привлекло бра на туалетном столике в холле. Наше тоже. Бра Air Indy, производство компании SLV. Входная группа включает все, что необходимо для нанесения финальных штрихов перед выходом. Зеркало в полный рост и столик с пуфом. Уложенные параллельно стенам доски паркета помогают в навигации, определяя поток основного движения. Навигацию также облегчают встроенные в потолок светильники, задавая направление, в котором находятся гостиная и приватная территория владельцев квартиры. В качестве декора владельцы квартиры предпочитают фактурное настенное панно. Вы уже видели их в столовой и в пространстве для отдыха. Наши дизайнеры создавали уникальный рисунок для панели, которую изготовили на 3D-принтере. Для представителей IT-индустрии любая комната является рабочей. Для их комфорта мы разместили в спальне небольшой компьютерный стол, с подсветкой которой не будет беспокоить остальных членов семьи. Будут ли обитатели комнаты работать за столом или читать в кровати, комфорт им создадут потолочные подвесы Plump от фабрики Anzazo. Для комфортного освещения экрана мы спроектировали два типа света – скрытую светодиодную ленту и накладной линейный светильник. Смотрите наше портфолио по ссылке в описании. В семье пока нет детей, однако они есть уже в планах, и для них готова комната, которая пока будет функционировать как гостевая. В комнате пока две основных функциональных зоны – пространство для отдыха и для работы. Для освещения каждой из них мы предложили накладные светильники Lucid фабрики SLV. Нам любопытно, какую ассоциацию у вас вызвал стул у рабочего стола. Правда, он похож на тюльпан. И это не просто ассоциация, а и название комфортного стула. У стула одна ножка, на устойчивой платформе он поворачивается на 360 градусов, чем создает максимальное удобство для тех, кто на нем сидит. В этом проекте мы запланировали ванную комнату площадью 4,5 квадратных метра и гостевой санузел. Для фактурной стены, которая стала акцентом всей ванной комнаты, мы использовали плитку Grey Pop Nut Red. Для стен ванной комнаты мы выбрали нейтральный вариант керамогранит испанского бренда Pironda. По обе стороны зеркала мы разместили потолочные светильники украинской фабрики Pride с основанием из матового золота. На пол наши дизайнеры выбрали керамогранит, имитирующий настоящий мрамор итальянской фабрики Italgraniti, коллекция Lux Experience. Кроме ванной комнаты мы запланировали гостевой санузел площадью 3,3 квадратных метра. Небольшой размер санузла не помешал нам вписать в него всю необходимую сантехнику, гигиенический душ, раковину и зеркало со скрытой подсветкой. Сказать, что для гардеробной был выбран серый цвет, значит сказать ни о чем. У серого цвета 256 оттенков, один из которых цинковый, идеально подошел для мебели и стен комнаты. Дизайн-студия Белик, кроме создания дизайн-проекта, ведет авторский надзор и помогает в его реализации. Владельцы этой квартиры были настроены только на сотрудничество по дизайн-проекту. Однако, побывав у своих соседей, чей проект мы вели, они продолжили нашу совместную работу. Смотрите наше портфолио, подписывайтесь на канал и живите красиво!